Управление Федеральной налоговой службы опровергли информацию о многомиллионных долгах омских ПТП по налогам. Как сообщает портал «Омск здесь», по линии ФНС, речь идет о взыскании с автотранспортных предприятий города лишь 7 миллионов, а не 200, как сообщалось в СМИ. Напомню, что в ноябре прошлого года из-за нехватки топлива на маршруты не вышло. Больше половины омских автобусов у муниципальных пассажирских предприятий образовался огромный долг перед «Газпромом» за поставленное горючее. Вместе с тем, по словам директора департамента транспорта Омска, в этом году ситуация может оказаться более серьезной. К концу года задолженность муниципальных перевозчиков за топливо может достичь 400 миллионов рублей.